Как давно играете в пляжный футбол? Пятый матч. И то не играть, а пытаемся играть. Хорошо. Все места. Мы только начали играть, даже не знаю, как правильно располагаться. Как любители начали. Интересный вид спорта, но очень своеобразный. Понять его сложно. Ребята, соперники, чемпионы, неоднократно едут или чемпионов. Интересно было играть, но опыта нет, чтобы бороться. Да и опыт набирается годами, месяц играет, даже нет месяца. Что сказать, их пришло 5 человек, и счет говорит сам на себя. Здесь пятером тяжело играть, и песок. Результат такой, какой он есть.